Зай. Зая. Оу, чё? Ну, короче, я нашла два способа, как наконец-то похудеть. Ну и какой же первый? Первый – это пройтись от Алматы до Москвы пешком. Танька, ты чё, дура? Это ж далеко. Второй какой? А второй – каждый день со своим мужчиной по 2 часа заниматься сексом. Собирайся в дорогу, Тань, тут до Москвы рукой подать.